заднем фоне меня мужичок, видите, все зашел с уличного бассейна. Сейчас рассказываю. Короче, пришли мы со Златой в баню. Пришли, начали раздеваться, ложим вещи в шкаф, а я прихожу в резиновых тапочках. Протираю их, захожу туда, в баню. Еще бахилы одевала. Доебалась до меня бабка. Боже, одуванчик. Она говорит, а что вы приходите, говорит, в этих тапочках, а потом ходите в них по улице. Ой, по улице в них, да, ходите в них по улице, а потом приходите сюда. Я говорю, да, я их протерла предварительно. А вот я, говорит, там же кошечки-собачки, я так не хожу. Вы понимаете, что там кошечки-собачки? Я ей толком ничего не ответила. Ну как, я ей ответила, но ей, походу, не понравилось, что я ей ответила. И она, пидораска, у меня других слов нету, пошла, пожаловалась охраннице на меня. Ну, охранница ничего, мы пошли со Златой в душ перед сауной, я, она перед бассейном. Пошли в душ, короче, подошла ко мне охранница, типа, спросите, а у вас есть браслет? Я говорю, нет, у нас нет браслетов, у нас есть QR-код. Проверила у нас QR-код, и все. А бабка, блядь, ходила на меня потом весь вечер, смотрела косо-криво. Кстати, и что я говорила вам за мужика? Многие выходят на улицу, на уличный бассейн и босиком, и в тапочках. А потом заходят опять в эту баню и ходят. Что она до них не доебывается? Я не знаю, там вообще половина, практически каждый второй приходит той же обуви, в которой он, ну там и ходит в шлепках там или в чем. И ноги ходят в уличный бассейн босиком, а потом ходят после него и в бассейн, и в сауну. А она именно до меня доебалась.